Добрый вечер, друзья! Добро пожаловать на Сапсан-арену. Главный матч первого круга чемпионата России по футболу среди женских команд. Встречаются лидеры сезона и действующие чемпионы, футболистки ЦСКА и московский «Локомотив», который лидировал еще совсем недавно, но после двух ничьих армейцев вперед пропустил. Сегодня, конечно же, очень интересно будет, как пойдет игра, потому что «Локомотив» и в прошлом сезоне пытался ЦСКА борьбу навязать за первое место. В этом году вообще показалось, что «Лока» начал лучше, чем ЦСКА. Но ЦСКА команда опытная, у нее достаточно ресурсов. И сейчас, когда уже накопилась усталость, похоже, что ЦСКА только набирает ход. Будем за этим сегодня вместе с вами наблюдать. Меня зовут Павел Занозин, и я рад приветствовать рядом с собой в комментаторской кабине чемпиона России в составе ЦСКА, обладателя Кубка России неоднократно в составе «Локомотива», экс-защитник сборной России по футболу Андрей Соломатин. Андрей, привет. Добрый день, Павел. Добрый день, дорогие друзья. С нетерпением ждем начала сегодняшнего матча. И, конечно же, хотелось бы в дебютный для себя день увидеть хорошую игру и действительно получить удовольствие. И Безенкова, 23-й Ольга Чернова, 27-й Мария Алексеева, 31-й Маргарита Мануилова, 63-й Валерия Беспаликова и 88-й Анастасия Поздеева. В белом ЦСКА, в зеленом «Локомотив». Где-то еще нужно предугадать ситуацию. Смотри, вот они все забирают подборы сейчас снова. Да, и поэтому и преимущество на первых минутах у армейцев. И штрафной заработан, не сразу свистнула в этом эпизоде Любовь Торбеева. Одна из защитниц должна располагаться перед игроком. На случай контратаки. Вот этот такой. Да, неплохо. Сильно, кстати, очень даже сильно. В стиле раннего Сергея Игнашевича, мне кажется. Да. Ну, здорово, сейчас команды мужские и женские объединены. И, конечно, стараются продвигать мужские клубы. Девчонок тоже. «Локомотив» и ЦСКА работают вместе. Подача Ананева, кулаком машет мимо мяча Якупова. Первым касанием не стало бить. А вот теперь удар! Достало, и это сейф. Да. Браво, Анастасия Ананева. Перебрасывала ее Лина Якупова. Где-то подсмотрела в недавнем матче что-то похоже было. Я имею в виду мужские команды. Ну, вообще, в футболе моментов похожих огромное количество, конечно. Но то, что вот так все время в центре внимания оказывается Анастасия Ананева, видишь, мы говорили, будет на нее давление. Она пока с ним справляется. Яна Шейна, первый раз есть у нее возможность пробежаться. Левый фланг включается у «Локомотива». 4 против 6 или даже 7. Неплохая скорость мячом, смотри. Яна очень быстрая. Подача! Здорово! Ай-яй-яй, офсайд был там. Ну вот, о чем я говорил. Яна Шейна, первый раз она в игру по-настоящему включилась, и сразу же опасность. И проход, и навес. Получается, больше, чем полполя она пробежала в одиночку с мячом. Пошла игра без центра поля. Коровкина справа. Лина Якупова ускоряется. Надо вовремя передачу отдать Нелли. Как же она сейчас пропустила момент этот. По-моему, был офсайд. Нет, Якупова! И тащит она его. Не стал поднимать арбитров флажок. Знаешь, мне вот с нашей комментаторской показалось, что все-таки был маленький офсайд. Не было. Ну хорошо. Тогда идеальный момент для передачи. Идеальный. Можно сейф. Чуть-чуть все равно вперед отдать. Максим Зиновьев внимательно играет в обороне. Подача на дальнюю штангу. Беломыцева. Падение. Удар. Машкова. Еще раз Козыренко. Вот это был шанс. И снова реализация подводит «Локомотив». Ну что, сейчас просто все сделали для гола. Козыренко нужно было подстроиться и пробить чуть ниже. Гене. Не проходит она Анну Кожникову. Да. И свисток к окончанию первого тайма. 0-0. «Локомотив» ЦСКА. Матч лидеров пока получается сухим. Но мы верим в голы и верим в то, что во втором тайме будет гораздо интереснее. Оставайтесь с нами. Через 15 минут вернемся. В опорной зоне Кристина Машкова. Теперь к ней присоединяется Лина Якупова. Надо играть. Лучше сразу первым касанием. Конечно же, да. Либо вниз его класть. Это фол, нет. Чисто, считает арбитр. Козыренко в отборе. Передача неплохо, в центр. Здорово. Давай. Вот теперь надо развивать атаку так, как умеет Лина Якупова. Она идет по центру. Она дает разрезающую. Коровкина. Удар прямо в Ананеву. Ну, а не стоило ли направо все-таки сыграть? Возможно, более такой. Но напрашивалась направо передача. У Лины бывает такое. Она хочет всегда вывести одним пасом. Шейна. Опять ее дриблинг. Здорово. Неплохо. Теперь есть мяч под левой. И удар. Или это прострел был. Якупова. Она в центре внимания сейчас почти в каждом эпизоде. Заброс на Федорова. Как смело. Как смело. Прекрасно все получилось. Только в створ не попала Марина.
сейчас, по-моему, идеальное решение Лина приняла. Ну и по качеству передачи тоже. Одно дело принять решение, а другое дело исполнить. И действительно сейчас у нее неплохо получилось. 79-я минута. Концовка. Потихонечку затягивает нас. Марина Федорова. Второй неплохо мяч на поле. Обработала. Федорова в штрафную. Козыренко. Коровкина падает. Подниматься надо. Мяч было сыграно. Мне кажется, что сейчас финальный свисток прозвучит. Да, и вот он. Мы с Ананьевой, по-моему, все не справились. 0-0 в этом матче Локомотив ЦСКА. ЦСКА остается лидером, Локомотив по-прежнему близко, но теперь уже обгонять придется во втором круге. Конечно же, Локомотив будет стараться это сделать. Смотрим женский чемпионат России. Да, дорогие друзья, действительно, смотрите женский футбол, и это действительно интересно. Вот Андрей Сломатин говорит абсолютно правильно. Андрей Сломатин, Павел Занозин работали для вас сегодня. До скорых встреч на чемпионате России по футболу. Пока.